Вот так, друзья, работаешь, работаешь, приходишь отведать праздничного торта, а в итоге... Большая семья. Да. Ну что ж, ладно. Всем привет, друзья! Геометрия ТВ снова пожаловала на базу отдыха Кава. Здесь необыкновенная красота, природа, березки, птички поют. И кто мог подумать, мы приехали сюда не просто так. Сегодня журнал «Молодожены Верхневолжья» празднует свой день рождения. Ему исполняется 8 лет. И они презентуют свой новый номер, 50-й по счету. Вы только подумайте. Мы пошли праздновать, смотреть новый номер и, конечно же, отлично проводить время на свежем воздухе. Посмотрите, посмотрите на эту прекрасную девушку. Она на обложке замечательного 50-го номера выпуска журнала «Молодожены Верхневолжья». Как вы работалась вот с этим вот? Ну, вообще работалось мне интересно, легко. Я не ожидала. Очень была такая приятная атмосфера. Все как-то поддерживали, такая вот, как будто, знаете, все по-настоящему. Хорошо. Ну, тогда, может быть, несколько пожеланий журнал «Молодожены Верхневолжья», потому что у них день рождения, это 50-й номер, им 8 лет и так далее. Какие-то такие теплые слова? Я хочу, чтобы процветание журнала еще больше было, чтобы успехов было во всем побольше. В общем, чтобы развивались и развивались. Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как вам здесь, понравилось, что интересного делали? Очень хорошая продуманная программа, солнце, приятная компания, все было на уровне. Какие у вас эмоции от проведенного дня? Только положительные. Все прошло замечательно. Конечно же, рад всех видеть. И все улыбаются, все на позитиве, это самое главное. Поздравляем! Небольшое пожелание для журнала «Молодожены Верхневолжья», потому что они с удовольствием потом будут пересматривать. У них юбилей, все-таки это такая дата весомая, юбилейный номер. Давайте что-то пожелаем. Этот журнал категорически отличается от других, и это плюс, наверное, ну, большая заслуга Александры. И хочу пожелать больших творческих успехов, как бы это ни банально не звучало, но тем не менее это так. В таком формате, да, с вами развлекаюсь, но это здорово. На природе поделись впечатлениями, как дела? Да вообще потрясающе. Особенно, когда пришел торт? Да, когда пришел торт, когда столько вообще друзей, столько коллег. Потрясающая природа, и вкусно пахнет везде, и все такие красивые. Дима, как у тебя впечатление? Нормально, я сети забросил, вот там рыбу ловлю, а вот там у меня... Шашлычки подходят. Шашлычки подходят, да. То есть все хорошо, все нормально, классно. Давайте что-то пожелаем. Журнал «Молодожены Верхневолжья» и Саша Волынск. Развитие бесконечного полета наверх, вперед. Очень хороший журнал. Желаю, чтобы он был, ну, все желают, чтобы он был толще. И страницы потолщеннее, так вот прям, ух, поглянцевее. Да? Хорошего отдыха, ребят, спасибо большое. Спасибо. Ура! Друзья, вы сегодня принимали целую делегацию таких творческих, шумных, активных организаторов, сумасшедших, конечно. Они вам здесь ничего не порушили вообще? Как они отдыхают? Они прекрасно отдыхают, замечательные люди, креативные, активные, играющие, смеющиеся, шутки, розыгрыши. Все очень понравилось, все замечательно. Скажите, что планируется у вас еще в ближайшее время из каких-то интересных мероприятий? Куда позовем? 11 июля мы будем устраивать детский фестиваль, фестиваль сказок. Да, это будет очень интересное событие. Совместно с журналом «Марина Ме», Ниной Олеговной Метлиной, и очень многие из аниматоров, друзей, участников будут принимать участие и зажигать на всей нашей площадке.
будет очень интересно, и мы ждем. Хорошо, ограничений по возрасту нет? Нет. Самое главное. Едем. Сашуль, ну что, я держу в руках долгожданный, блистательный во всех смыслах номер под цифрой 50, новый номер журнала «Молодожены Верхней Волжья». Все сегодня собрались, приехали тебя поздравить. Саш, ты такую закатила вечеринку классную на открытом воздухе для всех. Рассказывай, как впечатление? Мне было очень приятно, что все наши партнеры поддержали нас и пришли на пикник. Это очень нестандартно для Твери, в общем-то, и для нас вообще, для всех, потому что мы привыкли, мероприятия — это всегда какие-то вечерние наряды, образы, платья, а тут мы были настоящие, живые, играли, развлекались, в общем, отдохнули очень хорошо, мне все понравилось, я считаю, что именно таким и должен быть день рождения, юбилей. Саш, ну знаешь, я всех прошу оставить несколько теплых пожеланий, поздравлений вашему журналу, но я знаю, что ты работаешь с огромной редакцией, с большим количеством людей, и я думаю, им очень будет приятно, если ты их поздравишь, поздравишь вас, ваш журнал и их в том числе. Поздравляю всю нашу большую редакцию, наш коллектив, и желаю всем нам процветания и много новых побед, и, конечно же, еще столько же номеров. Благодарю всех партнеров, кто помогал нам создавать праздник, и особенно базу отдыха «Кава» за такое гостеприимство, за прекрасную атмосферу. Погода нам благоволила, и было очень приятно здесь отдыхать. Подошел к концу этот замечательный денек на открытом воздухе. Праздник удался. Спасибо большое базе отдыха «Кава» и, конечно же, журналу «Молодожены Верхней Волжьи». Мы рады были приехать вас поздравить. Поздравляем Сашу Волынскую, главного редактора, с этим праздником. Это твой праздник, Саша, это твоя заслуга. И желаем еще больше таких же красочных, ярких обложек. Ищите журнал уже в городе. Нашего красавца обязательно зацените, Эдуард Бакин на обложке. А мы с вами не прощаемся, увидимся совсем скоро. С вами была Юлия Влахова, и беременность меня не остановит.